Здравствуйте, дорогие зрители, друзья! Приветствую вас на своем канале. Кто первый раз пришел ко мне на канал, я хочу представиться. Меня зовут Оля. Мы на даче, и у нас соседка по даче завела коз. И мы ходим за козьим молоком. Оно такое полезное, а такие козочки миленькие. Красота! Смотрите! Я иду за молочком, за козьим. Вот тут сколько козочек. Здесь мы берем молочко. Эти козлятки маленькие, хорошенькие такие. Посмотрите, какие они. Ой, как маленькие. Да, правильно. Правильно говоришь. Толстенькие какие, хорошенькие, пушистые. Да. Не трогаю козляток твоих. На этом будем прощаться с вами. Здоровья вам. Пока-пока. Ваша Оля. До скорых встреч.